Спасибо. Спасибо. В течение двух дней, 11 и 12 июня, в Одинцовском округе проходили праздничные акции, посвященные Дню России. В них приняли участие депутаты-единороссы, волонтеры, молодогвардейцы. Для создания атмосферы жителям и гостям муниципалитета вручали ленточки в цветах триколора, как символ единения и причастности к торжествам. Всего таких сувениров раздали около 48 тысяч. Участники акции признались, им было очень приятно видеть, как одинцовцы после послабления режима самоизоляции снова выходят на улицы, гуляют с семьями и радуются летнему теплу. Все добродушные, довольные, радостные, веселые и отдыхают, а мы их поздравляем с праздниками, вручаем ленточки. А еще дарили открытки с надписью «Я люблю Россию», похожие на те, которые раньше было принято отправлять родственникам и друзьям по почте. Жители с огромным удовольствием принимали поздравления и поздравляли в ответ, получая подарки не только для себя, но и для близких. Елена Морозова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».